Югра готова принимать цифру. В округе подключили последние передатчики второго мультиплекса в пути Ахилин-Тори, а также поселке Ультьягон. Теперь 20 федеральных каналов в исключительном качестве доступны практически всем жителям округа. Принимать цифровой сигнал могут новые телевизоры, а старые приемники нужно оборудовать специальной приставкой. Подробную информацию можно найти на сайте смотрицифру.рф или по телефону федеральной горячей линии 8 800 220 20. Напомню, с 3 июня в Югре отключат аналоговое вещание. Регион полностью перейдет на цифру. Аналог надо отключать за тем, что каналы первого мультиплекса вещают на государственные деньги, и это наши с вами налоги. Вы платите налоги, я плачу налоги. Оплачивать распространение, ну, например, канала НТВ и в цифровом эфире, и в аналоговом эфире, ну, наверное, излишне, да? Наверное, излишне. Это наши с вами деньги, наши с вами налоги. Если мы можем с вами оплачивать, имеем возможность оплачивать один сигнал, давайте оплачивать один. Директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких дал эксклюзивное интервью телеканалу «Югра» о переходе на цифру, почему не надо покупать новый телевизор и где искать 4 июня региональные телеканалы, смотрите в субботу, 19 января, в итоговой программе «Больше, чем новости».